Акция телеканала «Дон-24» к чемпионату мира по футболу 2018. Собаку-футболяку домой забирай-ка. Мы будем знакомить вас с самыми обаятельными бездомными собаками-футболяками. Кто-то из них вам обязательно понравится. История жизни этого лохматого комочка грустная. Одинокая кукла жила на улице. Каждый день для девочки был борьбой за еду и тепло. А однажды случилась беда. Она попала под машину. Ветеринарную помощь собаке вовремя не оказали, но кукла выжила. Оказалась в центре безнадзорных животных и сейчас живет здесь в привилегированном положении. Кукла приехала в ЦБЖ с травмой задних конечностей. Ножки у нее так и срослись. Несмотря на это, девочка активно двигается и передвигается по зданию. Ее в клетку не сажают, чтобы лапки разработать. Кукла может стать счастливой, если обретет уютный дом и внимательных хозяев, которые никогда не предадут и до конца ее маленькой собачьей жизни будут любить, ласкать и заботиться о хвостатой добрячке. Чтобы забрать куклу домой, позвоните по телефону 8-928-117-62-23. Собаку, футболяку, домой, забирай-ка!